Веры такие, более попробуйте найти какой-то ритм. Не так, чтобы вы вместе так вот заходили. Видишь, как он болтается? Называется укачать пациента. Всех упала, пошли заморозки на работе, проблемы, у них вот эти мышцы начинают каменеть. И когда им начинаешь их размассировать, то у них прям, не знаю, очень приятно. И всегда то, чего сразу же пускает кровоток в мозг, у них начинает расслабление. Плюс, когда тебе отлично, поджелудочные, желчные пузыри, они тоже туда задействуются, соответственно. И второй, это вот эти боковые мышцы. И скоро надо чуть-чуть пройтись. Бросай на голову, попробуй его. Когда мы начали, вот это не станет. Ему сейчас хорошо. Хотя, да, я тоже. Мне даже будет здорово, прекрасно. Ближе к черепу, да? Не оттягивай. Вот очень полный, очень шикарный, да? И чуть-чуть. Третий. Ты можешь пробовать на одну руку перекладывать, и его там согласен. Причем они еще и любят немножко, чтобы им там вот сами. Потому что такое снабжение мозга, оно такое отпускается. Один взял мама шарику. Одной рукой туда, второй коленкой. Держи спину прямой. Вместе волна.
Вот так, что я... Вот так.